Ну да. Секретные прощания, да, вот это ваше. Дима, уже ты научился позировать, разгласа хватить. Здравствуйте, все собрались, да, все подошли. Мы очень рады видеть вас в нашем театре. Пожалуйста, слово предоставляется Тамаре Вячеславовне за литературную часть нашего театра. Добрый день. Как вы уже сказали, меня зовут Тамара Вячеславовна. Мы сегодня с вами проведем маленькую мини-экскурсию по нашему театру. Мы не будем высоко подниматься, посмотрим на зрительный зал, и я вам расскажу о том, как создается спектакль. Хорошо? Дело в том, что вы знаете, наверное, что театр – это магия просто превращений, сказки. Если на самом деле что-то смотришь как бы с одной стороны, то на сцене это все выглядит совершенно по-другому. Мы всегда верим, что нам показывают. И, наверное, мы, в принципе, хотим верить. Дело в том, что город Балаково всегда был театральным городом. Еще в конце 19 века здесь создался первый народный театр, и с периодичностью он то возникал, то исчезал. И вот ИЦМО в конце концов, ИЦМО был Балаковский драматический театр. А в прошлом году, в связи с тем, что город молодежный, много детей, ИЦМО был создан театр юного зрителя. Это было ИЦМО в августе прошлого года. Хочу еще сказать, что в нашем городе родился и вырос очень знаменитый актер, знаете, Евгений Лебедев, да, то есть мы носили его имя, когда здесь был драматический театр. Сейчас, возможно, он как бы борется за это звание, скорее всего, освоится. Вот. Но вы знаете, что для того, чтобы спектакль получился, работает и очень много людей. Вы их не видите, вы видите только тех людей, которые существуют на сцене. На самом деле, для того, чтобы вы все это увидели, поняли, приняли и поверили, в театре работает более 80 человек. Вы, в принципе, никогда и не видите. Но без их труда, вы, в принципе, никогда бы не ощутили того, что видите и смотрите, когда смотрите спектакль. Поэтому приглашаю вас на наш зрительный зал, я потихонечку расскажу, как спектакль создается, с чего начинается и что в дальнейшем происходит. А потом мы подойдем сюда и попробуем с вами поучаствовать. Yes, ma'am.